Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня продолжение вчерашнего дня. Вчера не завелась пила. Сегодня с полоборота. Вчера позвонил. Обычно я с техникой на «вы», поэтому я обычно звоню своему швагре Владиславу Марьяновичу. Не просто хорошему человеку, Вове. Он мне посоветовал: возьми и поставь ее в теплое место. Я поставил ее в теплое место. Она стояла в домике целую ночь. Сегодня с утра она без проблем завелась. Хотя вчера менял свечку, что только не делал, но не завел. Ну, сегодня ты вспомнил, что Алексей, племянник, тоже держится в тепле. Да, это самое. Ну, я еще бывает звоню и жене племяннику Алексею, но он в это время, вернее, летел в самолете, поэтому я ему не звонил. И потом я вспомнил, что Алексей тоже свою пилу держит все время в тещином доме, то есть в тепле. Вот, поэтому сегодня утром часа два искался гарантийный талон, были очищены многие полки от ненужной бумаги, хлама. Талон, нет худа без добра. Талон нашелся, но пила завелась. Сейчас вот надо ее опробовать, как она будет пилить. Опять же, по совету Владимира. У нас тут наваляло осинок рядом с домом. Поэтому мы вот и решили спустить на дрова. Чем мы и займемся. Да? Поехали? Бог помощь. Как говорится, Бог сказал, чтоб ты помог. Ветер у нас сегодня пуще прежнего. Саша пилит, а я выношу. К вечеру обещают морозец. Ну вот и солнце вышло. Привет, привет! Как же без чернички? Я пошла в мамин дом покормить ее обедом. Черничка тоже. Участвует. Решила не сидеть дома, несмотря на непогоду. Котя! Вот она перемещается по деревцам. Уйти, будь мой, глазки такие. Ветер, да, сильный такой, ветер шумит. Ну что ты натворил тут? Ну вот, вчера не хотела, сегодня бабочка уже сжег. Никаких проблем, все хорошо, все красиво. Мощность, Вова боялся, что не будет мощности, все нормально с мощностью Володи, так что две осинки оприходованы. Ну вот одно вынесло, еще второе осталось. Мы всегда будем выносить? Да, будем на ближайший берег, конечно, выносить. Поэтому интересно, почему она вчера не работала? Почему? Кто, может, подскажет? Потому что мороз был. Мороз был, потому что... А. Котя, Котя! Черника! Черника! Привет передай своим девчонкам. Черника.
Тяника, передай в Резак на привет. Ирене и Вилме. И Велте. Вот как она аккуратненько перемещается, чтобы лапки не выпачкать лишний раз. Вот такая еще вторая кучка. Подождем мороза. Мороз будет, будет сухо, свезем. Или лето. Или лето, да. Ну, думаю, будет мороз. Крутовину. Все. Лови, лови, лови. Я знаю, кто там. Лови. С вами был канал Хуторянин выходного дня. Пилите осины. Будьте здоровы. Я иду, иду, черничка, иду. Ой, какие машины у нас грязные. Пойдем домой, котик. Пошли домой.